Всем привет, ребят, с вами Джейнс, и мы продолжаем играть в Rogue Legacy. В Rogue Legacy плюс 3, и это жуть. Потому что здесь очень сильные монстры, действительно. Я немножко побегал по замку, и в Rogue Legacy плюс 3 там изменен именно замок. Только в Rogue Legacy плюс 2 там лес и башня, а в плюс 3 там замок, и в замке очень сильные монстры. Ну, сейчас я вам покажу. Так, у нас сегодня Леди Хенриет 8-я. Да, ведь пятая, 6-я, 7-я, 8-я, все верно. Она у нас является паладином. Ну и все. Таких как бы особых трейтов у нее нету. Просто паладин. 830 хп. Кстати, я заметил, что у меня за паладина уже больше маны, чем здоровья. Так что мы можем бесконечно абсолютно ходить в блоке. Ладно, пойдем веселиться в Rogue Legacy плюс 3. Это очень тяжело. Я девушка и не умею читать. Стыдно должно быть. Так, мы пойдем с ней искать первого босса. Но... я уже вот сколько играю, пока не могу его найти, потому что здесь... вы посмотрите, что здесь происходит. Это просто жуть. О, громкий звук. Очень громкий звук. Извините меня, ребят. Ну, это из-за... я уж точно уверен, что это... о, тяжело вам, наверное. Это из-за вертикальной синхронизации включенной. Если ее выключить... а, нет, вот. У нее вместо курочки бегают. Я запутался немножко, ну ладно. Просто уже поздно, и я немножко устал. Я целый день был в одном очень ужасном месте. Сейчас я чуть позже вам о нем расскажу. В общем, я живу в небольшом городе около моря, в общем. И там у нас есть лиман, и за лиманом именно хорошее, чистое море. И мы вот туда поехали отдохнуть. Но... в общем, туда добраться вроде как просто. Ты едешь на корабле, ну как на корабле, на лодочке небольшой, скорее. Ну, в общем, ты едешь где-то полчаса, и ты, собственно, там. Но там нужно идти пешком, так, километров 8. И после того, как ты прошел пешком туда, ну, как там отдыхаешь, все вроде как в порядке, и назад, то есть по этим путям в жуткую, просто жуткую жару. И, в общем, вода, она, там, где, тем более, ну, действительно море, там вода соленая, она... после нее, когда долго в ней сидишь, да и в принципе на море там ты очень сильно устаешь. Отдыхаешь, да, но одновременно и уже... да, блин, и мне просто неприятно этот звук, и я отжал, потому что я не могу его слушать, в принципе. Так, Лич Кинг, Барбариан Кинг у нас есть, Хакаги, Карлик, не хочу за нее играть, Паладин, что еще у меня тут, Паладин не хочу, Архимаг, ну, давайте за Архимага. Но у него ностальгия, так что за него, я думаю, мы долго не поиграем. Не очень люблю я ностальгию. Так, ну что мы прокачаем? Давайте Макурон, раз мы... о, какой ужас. Так, что у него за скиллы? О, замедление времени есть. Вот, замедление времени — это здорово. Но если мы найдем первого босса, то мы... вот, в ностальгии читается все там, не постройка, интеллигентно, все дела. Трам-пам-пам. С бородой у нас молодой человек. Так... давайте мы уйдем отсюда. Не хочу дружить тут с товарищами. Так. 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 Дайте, покажите мне, где босс. Я уже вот сколько его ищу, никак не могу найти. Покажите мне босса. Офигеть. Ну, блин, ну как здесь это все проходить? Я себе представить не могу. Так. Так. О, ну здесь сундучок. Это я должен забрать. Представляю, вот смотрите, за Архимага сколько нужно бить там одного, ну, вроде как, не особо сильного противника, но с ним нужно просто вечно сражаться. А, я испугался, меня чуть не убили. Ага, ну этого парня мы убьем через замедление времени, потому что так по-другому мы его не убьем, наверное. Это очень сильный гладиатор, или кто там правильно, как его правильно назвать. Я уже не первый раз играю, вот я без записи немножко играл, там еще пробовал снимать, немножко не получилось, и... а, в общем, когда я играл, я понял, что Rogue Legacy плюс 3 это очень жуткая вещь. Я, кстати, ой, как я мог упасть на скелеты? Я уверен, что там особо сильно не поменялись. То есть, допустим, боссы, я знаю уже полностью их систему, боссов мне будет убивать не особо тяжело, но... давайте Лич Кинга. Но чтобы дойти до этих боссов, нужно очень сильно постараться, потому что здесь реально тяжело. Вот, монстры действительно очень сильные. Как бы, с ними сражаться, правда, тяжело-тяжело. Вот такие вот дела. Так, что я делаю? Списочку я не хочу. Ой, ну, в общем, я туплю немножко со скиллами, как обычно. Больше ворон, больше ворон. Кыш. Грамотно. Грамотно все сделали. Просто зацарили.
у меня слишком мало здоровья, поэтому мне немножко страшно. Чуть-чуть буквально. Так, давайте по максимуму, на всю ману просто выпускаем барон, чтобы они убили всех моих противников. Ну так, собственно, я привык играть за Хокаге. Ну как? Ну вот просто... Ой, не за Хокаге, а за Личкина. Очень-очень мало здоровья у Личкинга. То есть нужно играть за какого-нибудь Барбарина тогда уж. Я не знаю, честно. Как у меня все чешется. А-а-а. Знаете, я сгорел немножко и... Это самое чувство, когда ты хочешь почесаться и чешешься, и понимаешь, что тебе потом будет плохо. Придется все время чесаться. Что за ужасные классы? Личкинг, этот майнер... И спилсворд. Ну, давайте спилсворда, но спилсворд с плохой способностью. Ну, как для спилсворда, меч такое. Ну, глянем, ладно. Может, что-нибудь да и получится. Я люблю спилсворда, но когда у меня там какой-нибудь ножичек, которым я смогу хорошенечко поуправлять или что-нибудь вроде этого, не знаю. Так, иди сюда. Теперь вот такой вот меч. Ну, все, ну как с ним сражаться-то? Ну, в принципе, мы сможем победить этих вот ребят. Ну, а дальше-то что? Пол здоровья уже нет, потому что это первая комната, и все. Дальше я уже не представляю, что тут делать. Ах. Оп. Ну, самонаводящаяся ракета, это тоже очень больно. Оп. Угу. Достану ли я мечом до этого молодого человека? Достал. Грамотно. Оп. Как сыграл? Ну, чувствуйте, я просто преодолеваю преграды абсолютно любые. Кыш. Ай! А, ну это действительно тяжело. Ну чё вы это? Так, драконос, Личкуин, да? Прошу прощения, Личкуин. Спилсворд, не хочу. Не буду. Хотя, с даггером все равно не буду. Я хочу какой-нибудь, ну вот, Барбарина без трейтов. Или трейд не видит 3D. Ну, в принципе, скиллы у них одинаковые абсолютно. Лучше уж без трейдов. Хотя мне даже больше нравится, как я знаю, это странно. Но когда персонаж не видит в 3D, это круто. Он так здорово все поворачивается. Удобно очень. Ну, не то чтобы удобно, но выглядит, по сути, прикольно. Потому что игра-то сама на Rogue Legacy, она ведь не в 3D. Такие вот дела. А я думал, в общем, что Барату разбивает... Все в комнате, а он, кажется, нет. Да кыш, умри. Не, ну это очень тяжело. Это очень тяжело. Как вообще от ракет таких уворачиваться? Нужно, чтобы было какое-то препятствие прямое, а? Препятствие я найти не могу. Хардкор. Я вообще реально, вот, то есть, мне кажется, что я не смогу пройти РГК быстрее. Оно очень тяжелое, реально. Кыш. Куда дальше-то? Ага, ну этих ребят мы убьем. В принципе, это не особо тяжело, наверное. Так, сюда, молодой человек. Оп, как обманываю, как играю. Ай-яй-яй, что я просто творю? Не, вот этот вот момент, когда я наступил на шипы, вот сейчас, когда я ударился об скелета, это я сделал специально, ребят. Вот вы не думаете, что случайно, вот что я... Я просто хочу сыграть на хардкоре, чтобы у меня было 8 здоровья и чтобы я выживал. Знаете, вот, холодные игры, все дела, выживание. Ну вот, сейчас не получилось, но обычно, в такой ситуации, когда у меня 8 здоровья за барбарином, играем на Rogue Legacy плюс 3, я выживаю очень спокойно. Очень просто это сделать. Вот вы мне не верите, наверное, подумайте, да нет, он как бы врет, там, не-не-не, очень легко, как бы все, у тебя 8 хп. Давайте сыграем за карлика, у нас не попадется ни одного места для карлика, но это, в принципе, дефолтно, потому что так всегда. Какой у него маленький меч-то. Ладно, пролазим. Хотя мы, в принципе, можем... О, я знаю, что мы будем делать. Мы будем карликом, очень хитрым карликом. Мы будем просто в поиске сундуков, а больше ничего нас не интересует. Оп, оп, какой мастерский уворот от меня. Так, фокус в том, что, да, мы хорошо, нас там не атакуют, но я не вижу себя. Так, у меня чешется нос, секунду. А, это великолепно. У-у-у. Так, куда мы идем? Тогда наверх, я не знаю, когда я встречу большой-большой глаз, но учитывая то, что здесь, о, вот, есть глаз... О, ну мы сейчас, в принципе, сможем, я думаю, его победить. Почему бы и нет? Возьмем ману. Давайте. Я не виноват, что она так громко. Уж извините. Так, так. А, ну что-то он вообще простенький, на самом деле. А вот так вот. Ладно.
победили за карлика тебя. Не стыдно тебе, босс? Ну, может, ты будешь делать грязь, критический урон? Ну, вы понимаете меня. Чё ты смотришь-то на меня своим огромным-огромным глазом, зрачком, точнее. Ну уж извини, да, мне было легко тебя победить. Чё с этим не поделаешь? Эх, как же я ненавижу все эти звуки с вертикальной синхронизацией. Ну, у меня сейчас при съемке 810 FPS. Это же бред. И я над бандиками ставлю 30 FPS, как бы, ну, чтобы было при съемке. Но это никак не помогает. У меня все равно 890 FPS, и с этим не поспоришь. Давай крит, может. И еще один. Ты же молодец. Так, а вот так вот, смотрите, просто на увороте. Оп. Профи. Ну, это за этого зомби мы нагрем легко, потому что мы карлик, он до нас просто не достанет. А дальше-то что? А, мы же хитрый карлик. Мы идем, открываем сундук, забираем деньги и уходим. Потому что мы хитрый карлик. Правильно? Я бы даже сказал какой-нибудь хоббит. Но хоббит это как-то слишком. Так, мы прячемся здесь. Бьем, бьем, прячемся. Бьем. О, как же хорошо-то, критический удар. Очень больно. Очень больно. Так, выход в башню, да? Ну, до понца мы сегодня точно не пойдем. Ненужная вещь. Понца вообще плохой товарищ, на самом деле. Я вам не рассказывал, ребят, но это очень злой босс. Так, и что мы делаем? Мы идем сюда вот, наверное. Оп. Эй, ну что дерешься-то? Так. Забираем. Погнали дальше. Ладно, как этого молодчика зовут? Соло какой-то? Не знаю. Но я кнеп, у меня часто критический урон, как бы. Я, наверное, все-таки не обращаю внимания на секретные ходы, и поэтому я их не вижу просто-напросто. Так. О, фонтанец. Это найс, это хорошо. Так, о, еще бутылочка маны. Да сегодня мой день. У нас уже 25 тысяч, нифига себе. Оп, как вовремя нажал. И оп, как вовремя отжал. Ну, собственно, как бы я объясняю вам, что я не первый год в этой, как бы, игре. Тут уже все у меня на мази. Ну ладно, вот эта вот ситуация, да, она чуть-чуть сбила меня с колеи, моего профессионала Rogue Legacy, но ничего страшного. Ничего страшного. Смотри, не ожидал, да, что против тебя выйдет карлик? Ладно, господи, что я делаю? Просто поздно уже, я говорил уже, да, что устал. Ну, ничего не поделаешь, ребят, я же обещал видео каждый день. Я делаю видео каждый день, потому что я молодец, правильно? Я ведь молодец, ребят. Ну и ладно, нет так нет. Так, о, привет. Веселый, веселый. Кто веселый? Ну нет, как же ненавижу эту фигню. Оп, ладно, давайте соберемся. Оп, ну это профессионализм. Вниз, вверх, оп. Как бы видно, что я не первый раз играю в это. Как бы видно, да, вот согласитесь, ребят. Это легко для меня. Оп, 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 оп. Ну как, это все просчитано. Просчитано до мелочей. Мы не первый раз играю в это. Так, у меня немножко голова кружится и подташнивает из-за этой фигни. Потому что я прям сфокусирован, знаете, как эти гипнотизеры, сфокусирован на этой фигне. Так, так, оп, ладно, ладно, тихо, сейчас он будет вниз, и я сразу прыгаю, когда он внизу. Вот сейчас и кидаю, нет, надо чуть раньше, когда он еще не дошел до низу. Вот сейчас, нет, еще чуть раньше, когда он вообще там, вот сейчас, пожалуйста, пожалуйста, ну просчитано, как бы все. Ну, как-то в этот раз я даже особо не просчитывал, но у меня получилось попасть. Так, давайте опять еще раз наугад. Нет, чуть-чуть раньше тоже. Когда оно вниз, и вот сейчас. Нет, чуть-чуть раньше. Вот сейчас. Найс. Ну, как мог, ребят, я старался, правда. Идем. А, я думал, маны у меня будет много. Меня опять обманули. Эй, черт. Ну и вот, я же нажал этот Y на джойстике. Че я в инвиста не ушел? Обманщики вы все. Так, ну что у нас здесь архива? Ну что за ужасные классы? Лич Кинг? Ну я не хочу. Так, что мы можем взять? Можем взять урона на все. И на этом мы будем заканчивать, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ну реально, уже поздно, я хочу спать. Но я обязан был сделать выпуск, я обещал одному человеку. Так что все, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джейн Тизель. Воу, Толян, ты что перебачиваешь-то, а? Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ребят. Пока и удачи вам. Конечно же, удачи. Не забудьте про нее. Целую вас.